В округе продолжается региональная акция «Спасибо врачам». Медикам, которые работают в условиях пандемии коронавируса, вручают продуктовые наборы. Сладкие подарки от партии «Единая Россия» получили сотрудники Люберецкой подстанции скорой помощи. Эти люди приходят на помощь самыми первыми. В любой день недели и в любое время суток они на страже здоровья людей. Работа в режиме постоянной готовности для них дело привычное. Но сейчас сотрудники скорой трудятся нон-стоп. Из-за эпидемии коронавируса увеличилось не только количество вызовов, но и рисков для собственного здоровья. В знак благодарности за ежедневные подвиги люберецким медикам дарят такие продуктовые наборы, чтобы во время тяжелого труда была возможность отдохнуть за чашкой чая. Мы проводим акцию в тех местах, где действительно врачи борются за жизни наших жителей. Мы провели уже в Красково такую акцию «Спасибо врачам», где вручили вот подарки, такие чайные наборы. Такая мера поддержки – небольшое дополнение к основной помощи, которую сейчас оказывают медикам. К благотворительным проектам подключились волонтеры, представители бизнеса и властей различного уровня. Я понимаю, какая нагрузка сварилась на вас. Это, я не знаю, это требует наверняка нечеловеческих усилий. Мы это все видим, мы это знаем. Низкий вам поклон. Государственная дума и Московская областная дума вот пожертвовали месячные зарплаты исключительно на помощь врачам. Надеюсь, это скоро все закончится, все станет на свои места. Спасибо за поддержку. Луиза Егязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.